Добрый вечер, агент 007. Усовершенствованная ракетонаводящее устройство украдено. Его надо найти как можно скорее. При неумелом обращении с этим устройством на карту будет поставлено существование всей планеты. Данные разведки свидетельствуют, что к краже причастен Рафаэль Дрейк. В это трудно поверить, но Дрейк считается одним из гринписовцев, чья корпорация Phoenix International занимается разработкой атомных реакторов и уничтожением ядерных арсеналов. Наш агент, внедренный на завод, докладывает, что Александр Мехью, британский эксперт, который возглавляет японский филиал, направляется в замок Дрейку в Австралии. Украденное устройство будет передано сегодня вечером в другие руки во время торжественного приема в замке. В замке мощная охрана. Вы имеете право отвечать агрессией на агрессию. Удачи, Бонд.
знаем, что агент Найтшейд и сотрудник французской разведки потерпели неудачу на встрече с вами в библиотеке, агент 007. Надеюсь, вы ничего им важного не рассказали. Всем найди агента Найтшейд и уходи оттуда. Благодарю вас всех за то, что приняли мое приглашение. Ваши щедрые пожертвования обеспечили успех Всемирному фонду беженцев. Еще раз позвольте выразить мою благодарность всем, кто приехал сюда. А теперь попрошу вас в салон. Вас там ждут коктейли. У меня есть неотложное дело. Извинитесь за меня перед госпожой. Хорошо, дорогая? Принести вам что-нибудь выпить? Я пью только мартини. Могу я чем-нибудь вам помочь? Нет, спасибо. Джеймс! Ты тоже секретный агент? Не настолько секретный, как кажется. Извините, что прервала вас. Инструктаж агент 007. Агент Найтшейд ЦРУ. Очень приятно. Доминик Паради, французская разведка. Прибыл Мэхью с украденным устройством. Я пойду в конференц-зал. Я уже представляю там встречу с Мэхью. Я лучше потороплюсь, пока не опоздала. Вы уже приготовили все, что необходимо? Да, я устрою для вас взрыв, а вы направляетесь в конференц-зал. Это платье уместно для подобного случая? Не сомневайтесь, агент 007. Все так задумано. Должен попасть на эту встречу между Дрейком и Мэйхем. Ты не должен подвергать опасности мирных жителей, но ты не должен колебаться, если придется нейтрализовать людей Дрейка, которые будут тебе мешать. Thank you.
007, есть еще одно дело. Агент сообщила нам о том, что она видела, как Дрейк прятал папку с секретными документами в одном из своих сейфов. Она не знает, что в ней находится, но я уверена, что эти документы представляют для нас большой интерес. Сам сейф спрятан за одной из картин в Красной галерее. Вот, мистер Дрейк, это ракетонаводящее устройство, которое я украл у американцев. Надеюсь, что это еще один шаг на пути к глобализации. Ты, как всегда, вовремя, Мэхью. Мы сможем усилить другие элементы ночного огня. Это естественно, сэр. Как только мы начнем пользоваться... Уберите от меня руки! Она была в коридоре, мистер. Я искала, где припудрить носик. С отмычками и пистолетом 9-го калибра. Сейчас опасное время. Если это происки японцев, то ты ответишь за это головой, Мэхью. Спрячьте это. Вряд ли она пришла одна. Обыщите замок. Немедленно. А эту женщину увидите отсюда. Я не хочу, чтобы гости слышали ее допрос. Допрос? Ничего себе прием в высшем свете. Я нашла инструкции. Уходим.
хорошая посадка, Джеймс. Почему ты всегда оказываешься сверху? У меня центр тяжести находится низко.